здесь в Конституцию убрали слово «первый президент», конституционный закон, но при этом оставили что? Распространяются все эти привилегии на экс-президентов, а у нас единственный экс-президент – это Назарбаев. Что это значит? Это значит обеспечение, обслуживание, охрана президента или экс-президента, его семьи осуществляется за счет государства. Вы понимаете? Это значит, вот недавно 2 с чем-то миллиарда тенге выделяли на содержание Назарбаева. Это так, небольшие на самом деле расходы. В реальности там суммы дополнительные еще идут. Они будут продолжаться финансироваться за счет вас, за счет государства. То есть Назарбаев, укравший сотни миллиардов долларов, участвующий в уничтожении нации и государства, будет финансироваться из государственного бюджета страны. Вот она. Понимаете? И вот слушайте, не верьте, пункт 3, все осталось. Поэтому насчет Назарбаева вы не заблуждаетесь. И насчет Токаева тоже не заблуждаетесь. Что называется, рука руку моет. Это одна ОПГ. И даже какие-то, если трения и будут, принципиально он в норму закона вбивает, что Назарбаев неприкосновенный. То есть честь и достоинство неприкосновенные. Его обслуживают, у него охрана и все за счет государства.